Так, коллеги, всем добрый день. В этом году цикл вебинаров организации «Перспективы» начинает спортивный отдел. Хочу вам представить сегодняшнего гостя, руководитель благотворительного фонда поддержки и развития спорта для людей с инвалидностью «Спорт для жизни» Анастасию Плетминцеву. Она также является автором многих социальных проектов, в том числе по сегодняшней нашей теме «Марафон в темноте». Также хочу вас, дорогие слушатели, предупредить, что сегодня действует синхронный перевод от Инессы Беликовой. Вот. Теперь передаю слово Анастасии. Да, всем доброе утро, видимо, добрый день. Что тут Калининград, Санкт-Петербург, интересные все ключевые города собрались. Да, это тоже мой первый вебинар в этом году, так же, как и у вас. Я рада, что год начинаем с такой позитивные ноты о том, как развивать социальные спортивные проекты. Я немножко представлюсь, чтобы было понимание экспертности и почему, собственно, я сегодня здесь. Как ранее представили, я и учредитель, и руководитель благотворительного фонда «Спорт для жизни». Наш фонд занимается развитием спорта для людей с инвалидностью и инклюзией, то есть такие два направления. Автор и ведущая тренингов для волонтеров-лидеров для незрячих людей. Это авторские тренинги, которые разработала я благодаря своему опыту, собственно, работы с незрячими людьми. И также создатель, инициатор фандрайзингового проекта «Помогаю побеждать». Проект направлен на привлечение средств для нашей организации. Итак, давайте начнем. Ага, это я переключаю сама. Хорошо. Итак, сегодня я поделюсь с вами опытом реализации нашего проекта, который называется «Марафон в темноте». И начну с того, что вот «Марафон в темноте» — это однажды мы решили помочь незрячему человеку подготовиться к марафону. Марафон – это дистанция 42 километра, и вот уже больше 8 лет назад я и моя коллега, подруга, партнер задались такой безумной идеей, что она как тренер, я как организатор, что хочется что-то сделать хорошее. Я не просто так начинаю с этой информации, потому что знаю, что большинство и спортивных проектов, в том числе социальных спортивных проектов, начинаются с личной инициативы, а потом дальше вдохновение появляется и хочется делать что-то больше. Обычно начинается это с собственного ребенка, с какой-то проблемы, которая вокруг образовалась и так далее. Вот, то есть просто очень редко на самом деле в некоммерческих организациях происходит по-другому. «Марафон в темноте» – это социально-спортивный проект, который занимается развитием циклических видов спорта для людей с нарушением зрения. Я называю социально-спортивным, потому что оно так и есть. Есть спортивные проекты, есть социально-спортивные. В чем отличие этой истории? В том, что у нас цель и задача, и вообще миссия, она не совсем про спорт, не про то, что нам нужно открыть как можно больше клубов или секций, чтобы занималось там большее количество людей. То есть такая задача стоит, но это одна из задач, которые позволяют нам достичь решения социальной проблемы, которую мы, собственно, увидели и обозначили. 8 лет назад, когда мы начинали,
У нас не было никакой информации, никаких данных, ничего абсолютно ни про социальные проекты, ни про спортивные, ни про незрячих, ни про бег, вообще абсолютно ничего. Попытки найти за рубежом информацию тоже проваливались, потому что все останавливалось на информации только, что где-то что-то сделал незрячий человек, какой он молодец. То есть, да, а как это все было, мы найти не смогли. Поэтому все 8 лет методом проб и ошибок, провалов и взлетов мы, собственно, создавали и реализовывали нашу вот инициативу, которая выросла в итоге в фонд благотворительный, и в крутой и уже достаточно масштабный для такой инициативы проект. Так, значит, и, собственно, итогом всей истории и результатов, естественно, стал такой, ну, то есть сам проект, он стал неким кейсом для того, чтобы делиться с другими людьми этой информацией, и очень хочется, чтобы другие инициативные группы, организации, просто люди не совершали тех ошибок и не наступали на те же грабли, на которые наступали мы, потому что это было очень больно, и мы очень много тратили время на то, чтобы дальше все это разгребать. Итак, 7 правил социального спортивного проекта. Повторюсь, что я не просто так обозначаю социально-спортивного проекта, потому что следующий сайт обосновывает эту информацию. Прежде чем начинать социально-спортивный проект, нужно обозначить проблему, которую ваш проект решает. То есть это на самом деле абсолютно стандартная история, если кто-то из вас связывался с грантами, либо кто-то пишет какие-то проектные истории, то здесь схема та же самая. То есть обозначаете проблему, какую проблему ваш социальный проект решает. И то есть от этой проблемы вы дальше начнете двигаться. 8 лет назад мы не видели эту проблему, у нас было желание только помогать незрячим и сделать так, чтобы они бегали, вот у них не было спорта, и хотелось, чтобы они занимались спортом, и вот мы все такие активные и так далее. Но на это мы потратили прям несколько лет, чтобы понять, что совершенно суть не та. Если бы мы изначально определили проблематику, да, которую мы решаем нашим спортивным проектом, то нам гораздо было бы проще, и результаты были бы уже быстрее. Кстати, я вот хочу спросить, как удобнее по вопросам в конце, наверное, к Никите, может быть, в конце вопросы будете задавать или в процессе? Мне абсолютно, ну, я могу, очень гибко у нас будет построена история, поэтому я могу и в процессе отвечать на вопросы, и в конце могу. Я так понимаю, что, наверное, в конце у нас, да, Никита? Да, в конце вопросы. Хорошо, тогда пишите, будем их аккумулировать, либо записывайте где-то себе, я с радостью отвечу. Итак, обозначайте проблему, и от нее, проблема корень зла такое, и от нее начинаете дальше двигаться. Пока вы не знаете, для чего вы это делаете, а социально-спортивный проект, он не про то, чтобы открыть секцию или организовать спортивный клуб, или чтобы там дети занимались, да, то есть здесь намного глубже нужно копнуть, да, что поменяется в нашем обществе после того, как вы будете реализовывать эту программу, идею и так далее. Причем даже неважно, на каком уровне вы только делаете первые шаги, у вас инициативная группа, вы сами по себе, или вы организация, которая только начинает свое движение, или уже в процессе, да, абсолютно неважно. Алгоритм действий всегда один, от проблемы.
Можно, кстати, спросить у ваших благополучателей и той целевой группы, для которых вы будете оказывать, спросить, зачем, для чего им это нужно. Поспрашиваете, позадавайте вопросы, и они, кстати, вам ответят совершенно спокойно. Мы именно так и узнали о тех проблемах, которые мы решаем. Итак, второй момент. Это стратегия. Еще одна ошибка, которую допустили мы в самом начале, это не было фокусировки на том, чтобы вообще понимать, как дальше это будет двигаться. Но поскольку не было проблематики, да, которую мы не обозначили, мы не понимали цели и задачи, да, мы не знали, собственно, про стратегию ничего. Естественно, про стратегию фандрайзинга в том числе мы ничего не знали. 8 лет назад это было еще не модно. Вот, стратегия развития строилась «хотим помогать», это была наша стратегия. Стратегия продвижения, это было, ну, у нас есть друзья, они нам помогут. Это были наши ошибки, за которые мы, естественно, заплатили временем. Это очень важный на самом деле пункт, которому нужно будет уделить особое время. Потому что после того, как вы обозначите проблему, скорее всего, вы ахнете или увидите, насколько масштабно и глубоко и детально это нужно все прорабатывать, потому что проблема действительно большая. В нашем обществе социальных проблем очень много. И спорт как инструмент – это прекрасная возможность решать эти проблемы. Поэтому сосредоточьтесь, пожалуйста, на стратегии продвижения, стратегии фандрайзинга и стратегии общего развития вашего проекта. Кто не знаком со стратегией фандрайзинга, ну, то есть кто не знаком вообще с фразами фандрайзинг, это, если просто, это привлечение средств, на, ну, собственно, на развитие проекта, это должно быть. Пусть это будет на вашем уровне, на уровне ваших знаний в тот момент, на тот момент, но это должно быть. То же самое по продвижению. Пусть это будет на уровне того, что вы знаете, но это будет. Я очень много знакома, вот особенно последние 1,5-2 года, с инициативами, которые зарождаются в регионах, очень-очень много. В небольших, в городах, в поселках сейчас ко мне очень большой запрос по консультациям, ну, назовем так, стартапов, да, старта. Вот. И, конечно, в большей степени сталкиваюсь именно вот с той же проблемой, что люди очень хотят сделать хорошее дело, да, и вот это вот одно желание ими движет, да, но понимание последовательности действий никакого нет, но желание огромное. Это на самом деле уже хорошо, потому что у большинства в нашей стране и желания-то нету развивать что-то. Тем более спорт как инструмент или как основу для решения какой-то социальной проблемы, это сейчас, тем более в наше пандемийное время, очень сложно. Вот, поэтому уже круто, что есть такие идеи. Даже если вы находитесь на стадии реализации вашего проекта, и вдруг вы сейчас понимаете, что у вас нету даже мысли о том, что нужно какую-то стратегию фандрайзинга либо продвижение выстраивать, остановитесь на этом и, ну, сделайте, поищите материал, почитайте. В интернете много всего по поводу этого, есть форумы, видео, очень много информации, как базово выстроить. Я не говорю про какие-то там крупные истории и масштабное развитие, да, сейчас, даже можно с маленького начать. Если вы понимаете, что сейчас на стадии реализации вашего спортивного проекта вы даже не понимаете, какую проблему вы решаете, то вернитесь в начало, потому что с этого нужно начать. Итак, прикинули, да, вашу историю, как это ложится, все здесь у вас схвачено, налажено, двигаемся дальше.
Команда. На этапе после того, как вы обозначили проблему, поняли, примерно накидали стратегию по развитию по разным пунктам, посмотрели вокруг и подумали, а какая команда будет реализовывать это. И здесь на самом деле тоже нужно учесть всю значимость этого шага, потому что от того, какие люди, с какими знаниями, с каким настроем и с каким потенциалом будут реализовывать, от этого будет зависеть быстрота либо эффективность вашего проекта. Мы здесь тоже допустили очень много ошибок и очень хаотично набирали людей в инициативные группы, которые реализовывали наш проект на начальном этапе. Это была катастрофичная ошибка, потому что нужно было четко понимать лидера проекта, нужно было распределить обязательства в инициативной группе, да, или среди волонтеров. И самый важный момент, который я как руководитель уже за 8 лет выявила, да, очень важно поставить людей на те позиции, в которых у них сильные стороны есть, да, и не пытаться им впихнуть дела либо действия, да, которые, ну, с которыми им некомфортно работать. Лучше пусть будет больше людей, но которые эффективно работают в том, в чем они сильны. Это могут быть и волонтеры, это могут быть, если у вас организация, сотрудники, это может быть инициативная группа, если вы на стадии какого-то мыслительного процесса. Вот. И тогда все это будет работать. Я в этом направлении тоже сделала ошибок, когда пыталась, знаете, такая основная ошибка – это взять хоть кого-нибудь, потому что нет никого. Ну, то есть, я думаю, что если здесь есть менеджер, руководители, либо кто инициирует свои проекты, сталкивался с этим, да, как говорится, кинули клич, кто отозвался, того и берем. Причем, повторюсь, это не важно, волонтер это или сотрудник, да, вот. Главное дело побыстрее найти на эту позицию человека. Вот, это большая ошибка, потому что это забирает очень много времени как раз лидера проекта, либо инициатора, руководителя, абсолютно неважно. То есть этот человек будет тратить много времени на то, чтобы объяснить, научить, и в конце концов все равно будет приходить к тому, что человек не справляется, потому что это просто не его. Вот. Так что позаботьтесь о своей команде, и самое главное, не сваливайте все на себя. Я, к сожалению, не знаю, какие у нас присутствуют организации. Если вы сейчас в процессе, вот я видела здесь города, а если вы напишите, какие организации и кто вы из этой организации или инициативной группы, мне будет немножко попроще, я смогу выстроить дальше уже точечно с вами монолог свой. Напишите, пожалуйста, из каких вы организаций, и, может быть, какой проект у вас, или думаете только, то есть кто вы, чтобы я познакомилась, будьте так добры, чтобы у нас какая-то коммуникация была. Вот, спасибо, видите, уже, то есть даже из трех сообщений я вижу определенную аудиторию, и дальше, думаю, будет подетальнее информация для вас. Итак, значит, с командой мы определились, то есть, соответственно, если это родитель, да, то он изначально является лидером, а проект его – это его собственный ребенок. У меня тоже ребенок с особенностями, поэтому я прекрасно знаю, как, ну, как важно даже в этой истории выстроить с самого начала правильную систему, да, от проблематики, которую я решаю, не то, что там для своего ребенка, да, хочу, чтобы он был, ну, понятно, счастливым, вот,
Но а что он еще этому обществу может дать и как он может помочь этому обществу дальше решать? Вот я, например, со своим сыном именно так и действовала. Вот, сейчас ему уже 15 лет, он готовится сдать ОГЭ. Родители пока только мысли. И это хорошо, когда у вас сейчас мысли, да, возможно, вы послушаете, и какие-то мысли, которые у вас были, да, вы увидите, как нужно действовать, и дальше уже по-другому будете выстраивать. Потому что, как бы нам ни казалось, что мы хотим создать что-то хорошее, да, и говорить о том, что мы делаем отличное, хорошее дело, я хочу помогать, мы всегда столкнемся с реалиями нашего общества, да, с коммерцией, с, ну, со всем чем, тем, с чем придется столкнуться. И не все готовы помогать, не все готовы поддерживать, не все готовы реализовывать. Вы готовы, да, тогда изначально делайте это правильно, последовательно, и когда вы будете приходить к тем, кто не готов, у вас будут уже все инструменты, чтобы вовлечь их в вашу позицию и ваши задачи. Итак, давайте дальше. Ресурсы. Собственно, опять, да, учитывая, что здесь и специалисты, и мамы, да, находятся, то есть достаточно на стартовом уровне, на уровне мыслей, там, идей и желаний, да, когда-нибудь, может быть, или совсем скоро сделать что-то. Я очень советую обратить внимание на этот пункт, этот шаг, потому что что подразумеваю я под ресурсами? Это когда вот вы находитесь в точке А, то есть у вас есть идея, у вас уже, вы понимаете, для чего вы это делаете, да, вы нашли проблему, которую вы решаете, у вас есть вы и еще 2, 3, 4, 5, 10 человек или никого, у вас вы понакидали какую-то стратегию, да, как, чего вы будете делать. И сядьте, подумайте, напишите, но здесь больше, наверное, про размышления, какие у вас есть ресурсы в этой точке А, какие у вас, какие есть у человека, который вызвался вам помогать, какие есть ресурсы у сотрудника. Это могут быть абсолютно разные, то есть временные, моральные, да, физические. Хватит ли у этих, у вас физических сил, моральных сил и так далее. Потому что и хватит ли сил на то, чтобы дальше развивать это все. Потому что мы однажды тоже столкнулись с тем, что когда очень активно нам захотели помогать, мы не были готовы к этому. И нам пришлось отказываться, потому что тот уровень и те ресурсы, знания, которые у нас были на том этапе, их было недостаточно, чтобы, ну, например, работать с большими деньгами. Вот. Поэтому мы вынуждены были отказаться, потому что это могло привести к провалу. Мы двигались абсолютно в своем темпе с теми ресурсами, которые у нас были. Ресурсы также не только человеческие, есть ресурсы еще, да, личные, финансовые, ресурсы материального плана, ну, например, есть какое-то место, помещение, есть, ну, то есть какие-то тренажеры, либо знания свои, да, собственно, например, там вы можете тренировать, да, то есть это ваш ресурс. И это на самом деле поможет вам понять, а когда будет все очень вдруг плохо, на каком уровне вы сможете задержаться? То есть вот вы пошли, начали делать дело, открыли зал, либо развиваете инициативу, либо развиваете проект. И тут что-то происходит, что приводит к такой к откату назад. Вот вы откатитесь ровно туда, насколько у вас было ресурсов в самом начале, всех вот этих. Это тоже очень важно, и мы тоже столкнулись с этим. То есть у нас в какой-то момент не было развития, но у нас была стагнация, то есть мы заморозились, но на том уровне, на котором, до которого, то есть
мы каждый раз вот по этой схеме стартовали, да, и вот на определенном уровне, где мы заморозились, мы туда вернулись. И это хорошая новость. Мы знали про то, что мы не упадем ниже. Нам хватает и физических, и моральных, и финансовых, и собственных знаний, и людей. То есть мы все это знали и, собственно, были этому рады. Поэтому подумайте о тех ресурсах, которые есть. Хватит ли это вам на при неблагоприятном раскладе? Так. Дальше. Значит, у вас есть все. Вы понимаете проблематику, команда, вы понаписали стратегию, как можете. Я не веду сессии там по разработке глобальной стратегии, да, это достаточно, то есть на том уровне человека, на котором он находится, и постепенно это можно развивать, вот, начеркали, написали, красивенько оформили, либо некрасивенько, это абсолютно не важно. Дальше вы дошли до структуры. Структура, она больше, конечно, про внутреннюю структуру реализации, то есть как это будет выглядеть внутри. Вот у нас в проекте сейчас уже все очень сильно структурировано и имеет очень много регламентов и правил, что, собственно, нас спасает в трудную минуту и в минуту, когда происходят какие-то внешние факторы, которые влияют на работу. Ну, это абсолютно мы живой механизм. И фонд, и проект состоит из живых людей. Поэтому, когда идет какой-то дисбаланс, мы всегда приходим к регламентам, которые у нас определены внутри нашей работы, и к правилам. Собственно, это наш опыт, с которым мы, и грабли, с которыми мы столкнулись. У нас года 3-4 не было никаких правил и регламентов. И они случились в тот момент, когда у нас просто начал происходить хаос в проекте, то есть он масштабировался, и контроль за волонтерами, контроль за подопечными, контроль вообще за всем, что происходит, он стал очень размытым, и, собственно, ресурсы-то мы не просчитали в тот момент, мы не смогли как бы объяснить людям, почему нужно действовать так или вот так. Вот. И после этого пришлось отказаться от каких-то там вещей, от каких-то людей, попрощаться с какими-то людьми и создать регламенты и правила, и структуру внутреннюю реализации этого проекта, не внешнюю там стратегию развития, а вот внутри, да, кто что пишет, как что, кто что делает и так далее. Сейчас это у нас все в регламентах, у нас все в правилах. Все кураторы работают в жестких регламентах в плане того, что у них творческая составляющая есть, но есть пул таких там, сообщений, да, как вот это писать, в какое время. То есть это все выработано, иначе все полетит куда-то, потому что у нас три региона крупных, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Москва, большое количество подопечных, еще больше волонтеров, все люди разные, а работа с людьми требует однозначно строгих правил. Как только придерживаются все правил, вообще механизм работает идеально. Вот. Но придется в этот момент, я уверена, попрощаться с кем-то или отстаивать свою позицию. Вот. Структуру обязательно проработайте, она поможет вам в трудную минуту. Шестой этап. Это, собственно, определите этап реализации. Здесь тоже частая проблема неэффективности вот спортивных проектов. Это когда хочется все и сразу, хочется сразу красиво, хочется сразу масштабно, хочется сразу профессионально. Много очень хочется всего, но опять ресурсы не позволяют, команда не позволяет и так далее. Если вернуться в начало, да, все это страдает немножко, да, в нашей схеме. Поэтому разбейте на этапы ваш проект. Не нужно начинать или даже
единственная масштабная история у вас должна быть в начале, то есть какую социальную проблему вы решаете. Дальше у вас должно быть все по маленьким кусочкам, по крупицам и по этапам. Если вам для того, чтобы запустить, ну, я не знаю, допустим, вы хотите запустить, ну, окей, бег, чтобы бегали незрячие люди в вашем городе, и вы мама незрячего ребенка, начните со своего ребенка. Только сначала, да, по первому определите проблематику, не проблему вашего ребенка, не проблему вашей семьи, потому что если вы интуитивно или хотите дальше развивать это, не только, да, на уровне своего ребенка, если только на уровне ребенка, вопросов нет. А если вы дальше хотите развивать это как проект, то начните со своего ребенка, отработайте все этапы, проблематику, значимую для всех, дальше стратегию для своего ребенка, да, как вы будете развивать эту историю с ним, какая команда у вас будет, какие у вас сейчас ресурсы и так далее, и тому подобное, да, вот эти этапы. Отработайте это, посмотрите, что получилось, не получилось, и расширяйте, позовите друга или семью, у которых тоже есть ребенок с нарушением зрения, двоих, троих. Но опять, все сначала, да, ну, у вас первая цель уже определена, не цель, а проблема, да, которую вы решаете. И дальше по этапам вы двигаетесь. И не форсируйте. Вот это очень опасная история, когда вы, пренебрегая предыдущими пунктами, ну, например, идете у вас там шаг развития, там, грубо говоря, не знаю, там, вам нужно полгода, чтобы вот эту всю систему, да, проверить. И тут выпадает какой-то, ну, даже не шанс, а какая-то возможность, либо вам кажется, что это возможность, и вы прыгаете чуть дальше, чем вы можете на самом деле. Пытаетесь сделать больше, а на самом деле команды не хватает, ресурсов не хватает, стратегии не сделано до вот этого результата. И вы возвращаетесь, вообще можно сделать несколько шагов назад в итоге. Поэтому не форсируйте и следуйте поэтапно. Лучше, ну, как говорится, курочка по зернышкам. Наш проект, он именно про это. У нас не было стремительных шагов, за исключением там, последние 2 года, но это уже как раз по отработанной вот этой схеме. А до этого мы ковырялись, ну, 5 лет, по сути, реализовывать и находить, и наступать на эти грабли. Это, ну, дорогое удовольствие такое, моральное, физическое. Вот, поэтому я не советую этого испытать никому. Итак, собственно, предварительно я уже затронула тему следующего слайда. Вы все по пунктам прошлись. Большая организация, старт только какого-то мероприятия, да, там мама ребенка, специалист, неважно. Вы дошли до пункта, уже можно посмотреть на то, что вы сделали, и провести некий анализ. Сработало, что не сработало, получилось, не получилось. Где вы ушли в сторону, где вот ваш тот второй пункт стратегии, что пошло не так. То есть вы обкатали эту историю, вы делаете вывод, да, собственно, если это на одном вашем ребенке вы попробовали, то поняли, как это работает, либо не работает, сделали вывод и опять начали сначала. Если дальше хотите масштабироваться, либо улучшите качество своего проекта. Даже если он федерального масштаба и даже если он по всем регионам. Обязательно в какой-то период вы это себе в стратегии обозначите. В какой период вы этот анализ сделаете. И не бойтесь того, что что-то пошло не так. Это прекрасная новость, вы это увидели, вы это можете решить. И не бойтесь того, что не получилось, вы планировали. Это тоже отличная новость. А главное дело, не лезьте больше туда, где у вас не получилось. Не усовершенствовав, да, свои навыки,
либо не усилив команду, либо не усилив там свои ресурсы и так далее. То есть вот этот план, он на самом деле абсолютно рабочий для, ну, для любой инициативы. То есть на уровне мысли это инициатива или на уровне масштабного уже проекта. Все. Вот сделали анализ, начинайте все сначала, на каком-то этапе. Мы так каждый год начинаем все сначала. Ставим социальные, кстати, решение социальной проблемы через наш проект. Каждый год мы добавляем что-то новое, потому что за этот год мы выясняем опять обратной связью у наших благополучателей, а что им это дает. Вот. Это, кстати, в структуре есть, да, обратная связь от благополучателей, либо там волонтер. Вот. Вот такие 7 шагов, последовательных шагов для старта либо продолжения социально-спортивного проекта я рекомендую вам применять. Хорошо, давайте тогда дальше. Все, вот в вебинаре информация, опять, я не претендую на стопроцентное там и неэффективность, а на то, что это для всех, это подходит каждому и так далее. Но повторюсь, что 8 лет это стоило того, чтобы понять, как вообще нужно двигаться, действовать относительно вот нашей истории спортивного социального проекта. И дальше тематика волонтеров, она выливается, то есть это вот все продолжение. Одно без другого существовать может, но долго и с потерями. Следующий, собственно, пункт, так назовем, он вне семьи этих идет, потому что он отдельный и слишком значим, чтобы его выделять в отдельный пункт. Это волонтеры. У вас, давайте я спрошу, у ваших проектах, мыслях, там, я не знаю, если у вас только на уровне мысли проект, да, или у вас там школа, да, или у вас инициатива спортивная какая-то, да, есть ли у вас волонтеры? Напишите, пожалуйста. Прибегаете вы к помощи волонтеров, вовлекаете ли вы волонтеров, планируете ли вы волонтеров для реализации своего проекта? Напишите, пожалуйста. Волонтеров, а вот Эльвира, волонтеров нет. Их нет, потому что вы не знаете, как их привлекать, или их нет, потому что они не задуманы в вашем проекте? Пока не задуманы. Угу. Так, давайте немножко для такой переключки мы сейчас продемонстрируем, ну, покажем видеоролик с наших тренингов. Мы занимаемся волонтерами, это наш ключевой инструмент. Сейчас, о, спасибо, да, посмотрите видеоролик. Это тренинги волонтеров-лидеров для незрячих бегунов, которые веду я, собственно, вот авторская программа. Я кратенько после видео расскажу вообще, для чего это делается, и вы, ну, возможно, кто не задумывал волонтеров, начнет задуматься об этом, а кто не знал, что с ними делать, поймет, что с ними делать. Давайте. Так, а я должна нажать? А я могу нажать. Ага.
Спорт – это замечательно, это энергия. Одно дело бегать самой, мне хотелось бы помогать другим людям, тоже преодолевать. Очень это вдохновляет, так заряжает. Уже с первых 5 минут я вижу, что организация на высшем уровне. Я очень давно хотела присоединиться к этой команде. Я давно занимаюсь волонтерством и хочу расти в этом направлении. Это поможет мне в первую очередь реализовать свою потребность и в социальном взаимодействии, и в передаче каких-то навыков. Что-то новое для себя привнести в плане общения. Но я бы хотела научиться грамотно помогать людям, которые в этом нуждаются. Мне нравится сама идея, уже люди, которые это организовывают, видно, что они неравнодушны. Мне интересно, как в нашей стране осуществляется помощь людям с ограниченными возможностями, как, в частности, я могу в этом участвовать и помочь этим людям. Что-то новое для себя привнести в плане общения. Но я бы хотела научиться грамотно помогать людям, которые в этом нуждаются. Мне нравится сама идея. Я, конечно, немножко в шоке. Я до этого ходила в ресторан в темноте. Интересно, у меня уже были какие-то до этого эмоции, впечатления и опыт. Но сейчас было еще гораздо круче, потому что разные задания, разные люди, хотя я их уже знала до этого. Было очень интересно. Самое, что меня шокировало, то, что мне казалось, что ребята, которые сидят напротив, они гораздо ближе. Потому что я потрогала столы, поняла, что вот где-то там между нами 2 стола, оказалось, что 3. Я до сих пор не могу понять, как такое произошло. Классно, интересный экспириенс. В целом, что-то такое ожидал, хотя не в ресторан в темноте раньше не кушал, ничего такого не было. Я конечно, немножко в шоке. Я до этого ходила в ресторан в темноте, потому что у меня уже были какие-то картины, что мы сидим за одним большим кругом. Было очень классно, атмосферно, я немножко узнала ребят, и очень классно было ощущать, погрузиться так в мир людей, которым мы хотим помогать. Потому что я потрогала столы и поняла, что где-то там между нами 2 стола. Оказалось, что 3. Я до сих пор не могу понять, как это было. Классно, интересный экспириенс. В целом что-то такое ожидал, хотя и в ресторан в темноте раньше не кушал. В этом году, благодаря финансовой поддержке гранта мэра Москвы, мы смогли провести 4 тренинга для волонтеров-лидеров и незрячих людей. Тренинги зарегистрировали больше 90 человек. Успешно завершили 80. И это говорит о том, что людям интересно развиваться, интересно помогать, интересно участвовать в социальных инициативах и, что немаловажно, интересна судьба и жизнь незрячих людей. Потому что именно незрячим людям они помогают на тренировках, участвуют в забегах, общаются, знакомятся, рассказывают про свою жизнь, узнают про их жизнь. Благодаря этой коммуникации жизнь людей с инвалидностью, в частности, людей с нарушением зрения, меняется в лучшую сторону. Тренинг очень интересный, и я узнал много новой информации. Интересная практическая часть, когда мы попробовали себя в роли людей, которые не видят, попробовали себя уже помощниками людей, которые не видят. Мне понравилось. Очень необычный опыт. Я, честно говоря, не задумывалась никогда о том, что я настолько невнимательно отношусь к деталям, которые меня окружают. И этот опыт трехдневного тренинга позволил мне пересмотреть свое отношение к тому, что вокруг меня. Самое интересное – это была как раз-таки в 3-й день, когда мы бегали с масками. Было интересно почувствовать себя как незрячим человеком, как они передвигаются, ощущение пространства вообще было другое, кажется, что ты прошел чуть-чуть, а на самом деле много или наоборот. Это действительно потрясающее дело, которым занимаются организаторы. Очень-очень-очень круто, что такой проект, в принципе, появился, что он живет, что он развивается, потому что это потрясающе круто, что людям с проблемами со зрением становятся доступны такие вещи, как спорт, эмоции, вот этот драйв, вот этот адреналин и возможность ощутить всю эту бурю эмоций. Новый для меня опыт, то есть никогда не сталкивался с людьми такой особенности. Вот, очень много нового узнал и не терпится прямо уже в практику пойти и попробовать это все в связке. А могу сказать просто, что вы делаете очень хорошее дело. В этом году в
проекте смогли поучаствовать больше 50 людей с нарушением зрения и больше 10 человек новеньких смогли присоединиться. Это очень хорошие цифры, показатели. Это говорит о том, что человек с нарушением зрения видит потенциал свой не только в том, чтобы сидеть дома или заниматься творчеством, но и быть причастным к спортивному сообществу, знакомиться с людьми из мира спорта и, конечно же, в нашем случае участвовать в забегах. Вот, да, оказалось видео длинным немножко, но я надеюсь, что как минимум отдохнули. Это тренинги, на которых обучаем людей сопровождать незрячих подопечных, на самом деле на различных мероприятиях, не только по бегу. Вот. И мы тоже не сразу поняли всю мощь и важность волонтеров. Это спустя где-то 3-4 года, наверное, пришло к нам осознание того, что это ключевые игроки в нашем проекте, потому что человек – это всегда ресурс эмоциональный там и так далее. В общем, сейчас мы пройдемся. Вот. И сначала мы начали готовить как мы могли, да, из того опыта, что у нас был. Дальше это разрасталось, собирали обратную связь, и это вылилось в тренинги, которые сейчас проходят 12 часов у нас, они длятся, разделены на 3 дня с домашним заданием и так далее. Значит, по поводу того, что проводить нужно обучать волонтеров. Здесь есть два варианта на самом деле. Вы можете на начальном этапе пригласить специалиста, чтобы волонтеров обучали, да, онлайн, офлайн, там как вам удобно. Причем это могут быть специалисты-партнеры, которые с вами могут реализовывать этот проект, могут быть друзья, можно, если есть финансовый ресурс, нанять такого специалиста, да, и проводить. И потихонечку набираться опыт и повышать свою личную квалификацию, собственно, свою ресурсность. И в дальнейшем уже вы можете сами делать эти тренинги, потому что никто лучше вас не будет разбираться в вашей собственной аудитории, с которой вы работаете, да. Если у вас ребенок с нарушением зрения, да, у вас уже как бы внутреннее вот это вот, то есть вы знаете проблематику, да, таких людей, таких детей. Мне, чтобы узнать проблематику, мне нужно было познакомиться с большим количеством людей. Через меня прошло больше 300 людей с нарушением зрения. В каком плане? Я знаю их жизнь, их историю, их проблемы, их успех, их удачи, их там личную жизнь. Кто-то там женился, кого-то так уж случилось, я стала, когда знакомят, как это правильно называется, кто-то женился, замуж вышли благодаря знакомствам и так далее. То есть я очень активно участвовала в жизни незрячих людей, собирала информацию и, собственно, спустя вот какое-то количество времени уже смогла прописать вот эти вот тренинги, которые позволяют помочь другим людям узнать незрячих людей. У нас в тренингах больше всего психология. Как сопровождать незрячего, наверное, он больше всего сам скажет, как ему удобнее и комфортно. У нас про психологию, но у нас задача, то есть у нас проблематика, которую мы решаем нашим проектом, она как раз вот благодаря этим тренингам и закрывается. Так вот, волонтеры, давайте я вам расскажу, что такое волонтеры. Волонтеры – это информационный ресурс, административный ресурс, финансовый ресурс, будущие сотрудники, обратная связь и новые идеи. Это все волонтеры. Человеческий, собственно, ресурс и потенциал вы никогда заранее это не предугадаете. У нас
когда мы начали работать с волонтерами, ну, то есть люди, которые хотят помогать вот своим временем, своим знанием, да, это вот, собственно, наши волонтеры. И когда они к нам приходят, например, на тренинг, да, я не знаю, что каждый из них может дать, кроме своего слова «я хочу помогать». Но по факту это выливается вот в эти 6 пунктов. Каждый из них может нести какую-то вот такую историю. Волонтеры всегда поддержат информационно. Они напишут, они расскажут. То есть это носители информации, если вы в них эту информацию заложите. Административный ресурс – это и помощь в данный момент, да, в каких-то административных вопросах, и решение каких-то задач по расширению вашего проекта, да, по продвижению проекта, по поиску кого-то, кто тоже поможет решить какие-то задачи. Финансовый ресурс. У нас, наверное, ну, половина волонтеров подписаны у нас на платежи регулярные. Вот. Пусть на небольшие, но они подписаны, потому что они находятся внутри процесса и точно знают, насколько это важно и кому, и на что идут эти средства. Также волонтеры могут, например, сами, у нас есть волонтеры, которые, ну, сами как бы не имеют финансовую, да, там, стабильность какую-то, но они являются детьми интересных родителей или друзьями интересных друзей, или просто знают того человека, кому можно обратиться за финансовой поддержкой. Финансовый ресурс от волонтеров, он просто может прийти, вы даже, ну, можете удивиться, да, как так вот прилетает. У нас так очень крупный спонсор пришел через волонтера, очень крупный, который нас на протяжении 3 лет поддерживает. Волонтеры – это будущие сотрудники. У меня вот сейчас 3 человека в команду заходят новые, это все волонтеры, но они приходят на позицию уже сотрудников фонда. И до этого тоже у меня 3 человека, это, ну, как бы волонтеры они были. Почему? Это на самом деле очень классно, потому что это люди, которые озадачены решением этой социальной проблемы, они внутри вашего проекта, внутри этой проблематики решают, знают все изнутри, они трепетно относится. От волонтера всегда может прийти обратная связь. Ну, вернее, вы ее просите, эту обратную связь, чтобы они показали, рассказали, как выглядит проект для них внутри, как выглядит со стороны и так далее. Очень хорошо на обратной связи дальше делать анализ по схеме. Вот той, да, вы в конце делаете анализ, попросили обратную связь, они расскажут, что работает, что не работает. Вы уже сделаете выводы, что из этой обратной связи как бы можно поменять, что нет. И, конечно, волонтеры – это новая идея, это свежая голова, которая может что-то вам рассказать, и вы удивитесь даже, что вы в этом направлении не думали. Вот, новые идеи всегда нужны. Как говорится, одна голова – хорошо, а у нас, например, больше 350 волонтеров в базе, 400 уже 50 – а 450 голов еще лучше. Вот. Поэтому я настоятельно рекомендую, даже если у вас не подразумевались волонтеры, даже если вы не знали, как, и вообще не думали про это, или не знаете как, задуматься об этом, потому что волонтеры – это, по сути, движ вашего проекта. Подумайте об этом. Проанализируйте, в каком ключе их можно вводить, какой функционал им можно давать. Людей, желающих помогать, очень много. Сейчас эта потребность растет. Пользуйтесь ей. Но есть и то, что волонтерам необходимо, и это нужно учитывать. То есть волонтеры дают определенные пункты, то есть, да, то, что они могут вам закрывать. Но волонтерам очень-очень есть вещи, которые необходимы. Это отдых. Когда у меня приходят на тренинг волонтеры, я всегда им говорю и напоминаю в течение, и кураторы с ними работают именно в таком
ключе, именно в таком ключе, что помогать нужно на 50% своего свободного времени. Волонтер должен отдыхать, иначе он сгорит, иначе его перестанет будоражить эта идея и вообще мысль о том, что он помогает. Поэтому давайте отдых волонтеров. Собственно, чем больше у вас волонтеров, тем больше возможностей у них отдыхать. Вот. У нас, например, есть схема, по которой мы работаем. На одного подопечного нужно 5 волонтеров. При этом не значит, что они все вот прям пришли на тренировку с ним или помогают ему одновременно. Просто количественный показатель у нас на 5 волонтеров на одного. Вот. И мы его не закрываем, и у нас волонтеры подустают, потому что большое количество у нас, очень много подопечных. Вот. Отдых обязательно нужен. Если мы видим, например, что волонтер очень часто ходит на тренировки, мы настоятельно его отправляем в заслуженный отпуск. Ну, то есть мы настаиваем на том, чтобы он не приходил. И обосновываем это тем, что ты нам нужен еще живой, здоровый, эмоциональный и на тренировках. Но давай отдохни. Обязательно волонтерам нужна поддержка. Они редко кто будут говорить про то, что у них происходит в их жизни, да, или что происходит со здоровьем. И вот это внимание и поддержка со стороны руководителей, кураторов, инициативной группы, со стороны других ребят обязательно. Они это очень ценят. И из тех историй, которые у нас были, когда мы замечали, что что-то не то, помогали, где-то решали какие-то, оказывается, проблемы были, кому-то помогали там с родителями, кому-то там решали вопрос, где врача найти там для близких людей. Ну, то есть они все люди, естественно, и часто бывает, что, имея какую-то собственную проблему, они приходят помогать для того, чтобы, ну, как закрыть вот это, да, переживание или боль, отдавая, да, ты как бы типа лечишься, так вот у них есть такая история. Ну, это с одной стороны понятно, с другой стороны, собственно, они кричат о том, что им нужна поддержка. Вот эту поддержку им обязательно давать. Мотивация. Мотивировать волонтеров – это, ну, как бы такая отдельная история, да, нужно смотреть, что за человек, какая мотивация ему нужна, кому-то достаточно поддержки, кому-то нужно по плечу похлопать, про кого-то рассказать всем, да, и так далее. Кому-то что-то подарить, для кого-то что-то сделать, ну, мотивация тут, наверное, вот единственный из этих пунктов, где, возможно, нужно применять какой-то профессиональный анализ людей, мы этим пользуемся, и давать им ту мотивацию, которая, ну, для них будет приемлема. Собственно, одна из мотиваций – это признание, да, но всем хочется признания, всем хочется быть значимым, всем хочется выделиться, даже если об этом не говорят. У нас мы сталкиваемся с такой историей, что когда волонтер приходит и просто весь тренинг, и все время говорят о том, что мне ничего не нужно, мне вообще ничего, я ничего не хочу, никаких там поблажек и так далее, и тому подобное, в итоге вот я всегда говорю кураторам и другим волонтерам, если это необходимо, да, озвучить, что как раз именно этому человеку и нужно признание. Потому что мало кто... Итак, признание обязательно. Два пункта у нас повторяются из прошлого слайда: обратная связь и новые идеи. Дело в том, что как волонтеры важно, что приходили с обратной связью по поводу внутренней работы либо вообще внешнего восприятия проекта. На самом деле очень они хорошую обратную связь дают. Нам пришли и сказали: а проект вообще не видно в соцсетях. Вот. Ну, то есть даже если волонтеры не видят наш проект в соцсетях, то что можно говорить о других? И, собственно, к ним тоже нужно приходить с обратной связью и по поводу качества их работы, и по поводу других моментов, да, там, о том, что они классные,
где-то можно им предложить повышение какой-то квалификации. Слава богу, сейчас много различных курсов, вебинаров, да, на которых они могут поучаствовать. Вот. И приходить к ним и с новыми идеями по поводу реализации проекта, да, они хотят что-то новое, ну, достаточно часто, и предлагать им, то есть спрашивать у них, а какие у вас есть новые идеи, то есть спросить у них, а что они видят нового. Вот, это очень связь классная. У нас уже на уровне того, что с ними работает куратор по отработанной схеме, с регламентами и так далее, все это выдерживает по всем пунктам абсолютной обратной связи, признание, награждение, мероприятие. Все это у нас в комплексе работает, но мы к этому шли, собственно, очень долго. И опять, если мы это бы сразу знали, обозначили и понимали, что нужно именно так, мы бы гораздо быстрее достигли нужных, да, там, показателей. Вот. К сожалению, это было не сразу. Вот. Вот такие нехитрые действия с волонтерами, то есть, чтобы вы понимали, да, волонтеры – это 6 таких вот интересных ресурсов. И при этом волонтерам нужно обязательно в обратку давать, собственно, ваше внимание и любовь. Вот. Так, ой-ой-ой, сейчас, секундочку. По первой части, по волонтерам мы, то есть я закончила, у нас осталась тема мероприятий, которая важна для любого проекта. И у меня презентации не будет, потому что это очень обширная тематика мероприятия. Важно, я хочу поделиться с вами небольшим видеороликом одного из последних наших мероприятий, показать, какое оно большое, и рассказать, как оно проводилось, что на самом деле... Иногда мы слишком усложняем все или идеализируем, да, то или иное там мероприятие или как его нужно проводить. Я очень часто провожу стратсессии и консультации для людей, которые вот только начинают. Ну, в принципе, я работаю с теми, кто стартует только, либо у кого небольшой бюджет, либо кто без бюджета открывает некоммерческую организацию, либо... какую-то инициативу, вот, потому что инструменты для старта и продвижения, они как бы разные в чем, да, что крупная организация, которая уже есть бюджет, и они могут планировать весь свой бюджет там на год, да, то у маленьких организаций, там, у которых там оборот до миллиона, или они еще даже не знают, какой у них может быть оборот, да, сложно понять вот это вот значимость коммерческой составляющей и правильно понять, а как мне строить свой проект, если у меня нету больших денег, крутого спонсора, там, мужа богатого, либо вообще, в принципе, я только начинаю, и у меня только есть идея. Я лично, именно из этих людей мы стартовали фонд, то есть проект был инициатива обычная, вот мы две подруги решили, что-то нам в голову влетело, и все, и понеслось. Никаких ресурсов, ничего, ни денег, обычные девочки со своими там ресурсами в плане развития, да, все, ни мужей, ничего не было. Вот. В итоге зарегистрировали фонд, в котором тоже ноль денег на счету, и мы думали, что сейчас мы откроем, как скажем, что мы развиваем спорт для инвалидов. Ох, все нам придут сразу и принесут деньги, и мероприятия мы будем делать большие, масштабные. Ну что ж, мы же для людей. Вот. Мы быстренько опустились на землю. Ну нет, не быстренько, как я говорю, 2-3 года понадобилось приземлиться. Вот. И мероприятия, которые тоже в своей голове я видела, они как бы такие были, ох, сейчас мы масштабные, там делают вон 10 тысяч человек,
там, 5 тысяч человек. Но наших собственных ресурсов, знаний не хватало на такого уровня мероприятия. Это нужно уметь делать, да? Поэтому я нашла другие способы, как реализовывать мероприятия и выглядеть приличненько, и чтобы было портфолио, чтобы было чем поделиться, чтобы потом каждый раз улучшаться, да, за счет этих проектов, получать опыт и показывать будущим людям, будущим спонсорам портфолио. Вот. Давайте я вам покажу. Там как-то нажать нужно мероприятие последнее. Там. Ага, спасибо. Посмотрите, да. Gotta make it fast, right? Next to this black fire. It's just you and I now. Just make me move right. Don't stop for nothing. Till you're in my bloodstream. Так вот, это мероприятие в Екатеринбурге, у нас это был завершающий, один из завершающих этапов в рамках фонда президентских грантов, несмотря на то, что это грант, да, у нас было очень мало заложено туда грантовых денег, то есть мы должны были реализовывать это на свои средства, там, ну, прям совсем копейки, вот, поэтому... Задача стояла сделать показатели, и, ну, и вообще, в принципе, задачи стояли огромные, вот, а средства мы так погорячились и решили, что мы можем вложиться в это. В общем, видели мероприятие, наш забег без границ там назывался, наши подопечные участвовали, волонтеры и так далее. Но вся фишка этого мероприятия в том, что мы его на самом деле не проводили.
мы интегрировались в крупное мероприятие города, в котором участвовало больше 1500 человек. Мы интегрировались со своим мероприятием в их мероприятие. У нас была своя ссылка для... То есть, ну, это определенные договоренности, да, но их на самом деле очень легко достичь. Мы дали организаторам информационный повод, потому что очень большое количество людей с инвалидностью участвовало, а они нам свою вот эту инфраструктуру, да, и получилось для нас это бюджетно, да, а для портфолио и для достижения того результата и вообще, в принципе, для проведения мероприятий, то есть мы полноценные, полноправные соорганизаторы были, то есть на равных абсолютно, вот, и, видите, как бы интегрировав себя к ним, вот такая вот история получилась, то есть не всегда нужно думать о том, что самим провести мероприятие. Например, для первого портфолио, для первого мероприятия можно соединиться с кем-то. Вот. Дальше это вот один из последних наших просто бомбических опытов, потому, честно скажу, я до этого не знала, что так можно делать. Сейчас прошу прощения, у меня садится. Вот, поэтому этот... Этот кейс, он, ну, я думаю, многим дальше, и я смогу рассказывать и консультировать по нему, поможет найти способы интегрироваться в любое мероприятие. И я думаю, что в 95% случаев организаторы не откажут вам. Вот, ну, просто действуйте. Первые наши мероприятия тоже были достаточно бюджетными. Почему? Потому что, когда мы их проводили, мы рассчитывали на свой ресурс. То есть, кто у нас друзья, кто может поддержать, как мы можем собрать, сколько у нас людей, которые могут это реализовывать. То есть, вот та схема, которую я вам показала при реализации социального спортивного проекта, у нас наши мероприятия были туда включены в планах стратегии развития, да, и... Дальше были учтены наши ресурсы, на которых мы можем делать. На самом деле мы очень бюджетные. Можете зайти посмотреть на наш YouTube-канал «Фонд спорт для жизни». Очень красиво выглядят задачи и цифры у нас по мероприятиям хорошие. А бюджет небольшой. Для Москвы совершенно небольшой и... Ну, иногда я горжусь этим, а иногда думаю, так хочется потратить много денег, чтобы сделать еще красивее, но думаю, у нас вот так, мы можем делать красиво вот так, зачем тратить лишнее. Вот. При этом это инструмент для привлечения денег, волонтеров, партнеров и создания партнерской сетки. Да. Закладывайте в стратегию, в продвижение хотя бы одно какое-нибудь мероприятие, на котором вы соберете всех своих сторонников. Просчитайте его, и это будет, ну, это будет следующим шагом к развитию вашего проекта. Обязательно это сделайте. Так, про мероприятия, ну, на самом деле, это может быть различные истории, да, но как бы основные примеры о том, что мероприятия могут быть разные, я рассказала и готова дальше отвечать на вопросы, надеюсь, они будут. Спасибо, ссылочку на наш профиль. Я готова отвечать на ваши вопросы. У нас есть 10 минут, 10-15 минут. Я понимаю, что информация не глубокая, потому что 8 лет выложить за 1.5 часа невозможно. Но я постаралась вам дать те инструменты и те шаги, и ту обратную связь, которую я получила за 8 лет, как нужно делать правильно, вот, опираясь на все те ошибки, которые мы создавали в процессе.
Да, коллеги, если у вас есть вопросы, они у вас явно есть, то прошу, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. А то вы сегодня активно отвечаете на вопросы Анастасии, а свои почему-то не задаете. Вы можете, да, любой вопрос, ну, то есть с какими болями, с какими задачами вы пришли, пожалуйста, вы можете спрашивать, если даже вдруг это было будет не совсем по тому, что я рассказала, вы можете спросить, я думаю, что смогу как минимум либо направить, если вдруг не знаю, либо подсказать, где информацию посмотреть. Может быть, вас, коллеги, и интересует, как правильно и более четко получается привлекать волонтеров. Анастасия, может быть, вы про это расскажете? Как, откуда вы их берете именно более подробно? Ну, естественно, основным инструментом для привлечения – это социальные сети. В нашем случае это Инстаграм. Я всегда рекомендую любым инициативам и фондам, проектам, неважно, кто это, иметь социальные сети. Инстаграм, он, ну, пока для нас это лучшая история. Вот. И, ну, обычное привлечение в личные сообщения, иногда подключаем рекламу, но как это делаем мы? У нас есть эти возможности, а для тех, у кого, например, нет финансовой возможности подключить платное, да, там, продвижение, если вернуться к плану, то есть реализации, да, социального спортивного проекта, то как раз начинаем первую штуку, определили, и дальше стратегия, да, в которой мы смотрим, какие люди у вас участвуют в реализации, и если у вас есть в команде человек, который может заниматься продвижением вашего проекта в социальных сетях, то вы смело изначально ставьте, что вы будете привлекать волонтеров вот таким способом, да, то есть через Инстаграм. И свои собственные ресурсы, есть ли у вас время на это. Я все делала сама очень долгое время. И волонтеров искали, и через партнеров, то есть давали публикации. Ну, редко кто из организации откажет сделать пост по привлечению волонтеров. Напишите пост. Привлекаю, ну, там, например, какое-то обучение, либо мастер-класс. Делаем мастер-класс для волонтеров, которые будут сопровождать детей с инвалидностью на в спортивную секцию. Я вот видела там спортивная секция, да, вот. Ну, пожалуйста, вам достаточно час провести мастер-класс. Что вы можете дать на этом мастер-классе? Рассказать про этих детей, про их особенность, да, что можно делать, что нельзя. Это базовые вещи, и поверьте, они вам уже спасибо за это скажут, они никто не знает про это. Провели мастер-класс, то есть объявили этот мастер-класс, собрали людей на этот мастер-класс, любыми способами, интернет, партнеры, друзья и так далее, тому подобное, провели, все, у вас появилась база волонтеров, начинайте с ней работать. Мотивация волонтеров, ну, остановилась, да, на этом и сказала, что здесь, конечно, в идеале прибегать к методам, к профессиональным методам оценки волонтерского потенциала, то есть, ну, лично я распределяю по психологическим типам, можно пользоваться любой матрицей психотипов людей, от там метода диска, там еще, ну, разные абсолютно, там интроверт, экстраверт, то есть можно таким, да, и через, оценивая таким образом волонтеров, да, знать, что им интересно, что им важно. И таким образом мы, как бы, делать программу мотивации. В целом, из моих наблюдений, признание волонтера, признание, да, мы пишем про них в соцсетях, мы благодарим лично их в чатах, у нас отдельные чаты, мы делаем благодарственные письма. Это базовая вещь, которая должна быть. То есть чем-то наградить,
пусть даже шоколадка, пусть еще вот прям совсем мелочь какая-то, благодарственное письмо, что он значим, ему сказать лично, сказать про него публично, пусть это даже в чате, это самая малость, которая должна быть. Тогда еще сохранится жизнь волонтера, ваша история, ну, надолго. У нас есть свой выработанный, как это, жизнь волонтера в проекте, это 3 месяца. Вот, дальше, то есть 3 месяца он может жить активно, а дальше ему нужна постоянная подпитка. Вот, у нас есть и процентное соотношение, кто когда уходит, ну, то есть мы по вот этой схеме, которую я вам дала, работаем и с волонтерами, поэтому в конце года каждого у нас анализ по ним, и мы понимаем, сколько отсеется, сколько нам еще нужно, кого замотивировать, как и так далее и тому подобное. Погрешности, кстати, редко бывают. Чем заинтересовываете партнеров? У нас вопрос. Я уже просто по вопросам тут бегаю. Партнеров, если это информационная поддержка, то ничем, просто пишем, поддержите нас, пожалуйста, вот такой-то проект. Собственно, ну, информационная, ну, мало кто отказывает, прям совсем снобы или там кто. Вот. В основном информационно готовы, ну, наоборот, им прикольно, интересно, особенно если это связано с людьми с инвалидностью, то это, ну, это достаточно проще выглядит. Вот. Напишите в Инстаграм, Фейсбук какой-то организации в своем регионе и попросите выложить пост о наборе волонтеров. Вот. Тут я просто читаю. Так. Есть еще вопросы? Если партнером вы за деньгами, тут, конечно, ну, другая, тут это отдельная история по вовлечению партнеров и предложениям, да, коммерческих предложений, что им будет интересно. Ну, здесь это в стратегию. Здесь так, в зависимости от того, ну, какому вы партнеру идете, и для чего идете, и вообще что за регион. Но на самом деле все нужно рассматривать. Я никогда не рекомендую какую-то одну схему развития, да, для организации или группы инициативной, потому что здесь сразу надо учитывать регион, команда, да, со своими ресурсами, бюджет, ну, собственно, это все в ресурсы входит, и задачи вообще какие. То есть, и только после этого можно сказать, с чем и как заинтересовывать тех партнеров, кому вы хотите прийти. Общая схема не работает. Наверное, работает в организациях, в которых 10, 20, 30 миллионов. То есть у них, да, есть схема, по которой они работают, а в условиях бюджетненько и хочется и красивенько, вот, то здесь нужно всегда быть гибкими. Кстати, я это первый вебинар вообще на тему нашего проекта. Я никогда не выходила с нашей истории и не рассказывала, как все происходило и какими мы сейчас инструментами и правилами пользуемся. Поэтому вы первые. Вот. Для каждого партнера своя версия подачи идеи. Нет, у вас, смотрите, не идеи же, да, вот. Первое, что я написала, это обозначить проблему, которую вы решаете. И уже на базе этой проблемы, да, ну, то есть вот вы знаете проблему, вы ему это озвучиваете и предлагаете вовлечься в решение этой проблематики. Потому что у нас партнер, он, это человек прежде всего, да, даже если вы приходите к организации, вы приходите к человеку, у него есть свое восприятие, да, свои личностные потребности. Вот. И прежде всего вы должны его вовлечь вот в ту социальную значимость и в то, что он будет создавать вместе с вами. Дальше уже зависит от организации. Опять, если это крупная, ну, крупная корпорация, там немножко другие законы, конечно. Там у них и бюджеты другие, и приходить действительно нужно с коммерческим предложением, уже с проектом. У нас специальные проекты мы разрабатываем под компанию, и
отдельное предложение под, да, под каждого партнера, но это про крупные. Если про такие, где, ну, грубо говоря, вы приходите, чтобы вам там на мероприятии дали там 20-30 тысяч рублей, но здесь достаточно озвучить проблематику, которую вы решаете. Ну, да, конечно, ну, в любом случае, каждому по-разному, начиная от организации, в которой свои есть задачи, заканчивая человека, у которого есть свои потребности, ну, которые он хочет там реализовать. Конечно, с разным. То же самое, что и с волонтерами, вы со всеми будете по-разному, вы не будете со всеми одинаково себя вести. Но это партнерское привлечение, это огромная, ну, тема, то есть работа с партнерами, опять с финансами, с бартерными, со спонсорами, ну, то есть это прям большая-большая такая, большой обучающий блок, который расписывается, да, и можно под конкретный кейс это все сделать. Мы без шаблона. Да, коллеги, время, к сожалению, подходит к концу. Большое спасибо вам, Анастасия. Я думаю, то, что коллеги получили адекватную реакцию вот, от вас и будут как бы стараться применять это все на своей практике. Вот, спасибо. Да, пожалуйста, большое. Вы можете, сейчас я... Как-то хотела просто свой Инстаграм обозначить, чтобы присоединились, там могут спросить, посмотреть за нашей деятельностью и так далее. Ну, в общем, найдите меня в Инстаграме, я просто не знаю, успею сейчас. Да, сейчас, конечно. Секунду. Анастасия, там уже Сергей все отправил. И мой Инстаграм даже отправил? Ну, вроде да. Ну, вы перепроверьте на всякий случай. Всякое может быть. Также на... О, да, точно. Угу. Все, спасибо, Сергей, за оперативность. У меня, видимо, интернет подтягивает. Да, подключайтесь, можете. Я провожу тоже прямые эфиры иногда на тему благотворительности, ну, и партнер. Ну, в общем, разносторонняя история проверена. Спасибо. Вот, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Надеюсь, что было сегодня полезно. Да, спасибо еще раз большое, Анастасия. Ждем вас снова и пишите в случае чего ей в Инстаграм. Также следите за нашими новостями и ждем вас на наших новых вебинарах. Всего вам хорошего. Ура! Всего доброго. Всем хорошего года. Взаимно. Спасибо. До свидания всем. До свидания.